Ну что, друзья, карта Мираж, выбор Bet News Eagles. 1-0 пока что идут у нас по картам Сангал Esports. Пока что на интерфейсе еще не появилась у нас меточка о взятой карте именно возле игроков, начинающих сейчас данную карту в защите. Ну и посмотрим. Конечно, Мираж очень хорошая карта для Bet News Eagles, но... видим, тут уже Физи у нас падает от Синапси, хотя он тоже успел отметиться для себя фрагом, и очень интересно, тут интересно стакали Катерис спаун для себя игроки защиты, Хуан Флатра все же падает от Соулфлая. Джикс, Сенери все же пооформляли для себя фраги, ну и Кьюби, Кьюби остается в соло, Кьюби ничего не сделает против пассальной бомбы, да, и это легкий фраг для Ригана. В принципе, у нас все пока что порядок по сигналу, по трансляции. Так что всем привет, кто присоединился. У нас тут ECL, нижняя сеточка, 43-й сезон. Матч на вылет, кстати, и достаточно... Ну, команды по инферно специально достойные друг друга. Кьюби минусует Хуан Флаттер отличным хедшотом прямо у нас с окна на центр карты. Вот, конечно, да, тут интересно было увидеть победу от Сангалов именно на данной карте, так как это все же визитная карточка Bet News Eagles. Ну, посмотрим. Ну, ребята, может, овер мотивированы. Вчера они не было Миража, была другая пустынная карта, это даст 2. Но выиграли они встречу против Хит 2-1. Посмотрим, может, еще какой-то, знаете, запал сохранился после вчерашнего игрового дня. Третья карта, напоминаю, если она понадобится, будет Ancient. Стороны там будут решаться у нас по ножовщиной. Ну, а пока что весь фокус на Мираж. И, понятное дело, посмотрим, у нас тут 91% наших зрителей проголосовал за Bet News Eagles за победу на карте Мираж. Что интересно. Так, Сенери. Сенери сжигает у нас Кьюби. И тут, знаете, как бы надо доводить ту карту уже... свою копилочку, хоть тут с разменчиком играет у нас Сенери. Опять же, очень часто мы видим много актива от данного игрока на протяжении всего Best of 3. GXX все же минусует еще и Скранка, и минус Soulfly от Ригана, и ну, тут без шансов. Второй раунд у нас будет понемногу уходить в копилочку Орлов. Кори может попробовать, конечно, выбить еще какой-то девайсик своих оппонентов, проверяет окошечко. Можно, конечно, с нычечки попробовать выползти на Сити, но тут в то же время уже GXX находится в позициях, чтобы подконтролировать своего оппонента. Нет, это сейв, сейв Дигла и сейв Армора. Он пригодится в следующем раунде, потому что форс они вот заливают сейчас, и пока что... Но против GXX тяжело, что будет предложить, в принципе, на карте Мираж. Ну, это будет третья карта, наверное, третья карта даже. Мне кажется, как сыграет за атаку первую половину команда. Ну, какая будет играть атаку. И от них будет зависеть, в принципе, результаты карты Ancient. Так, в это время у нас параллельно матч Fnatic Ryzen пока что. Ну, Finest, X-Finest 9-6 выиграет у Fnatic Ryzen, но первая карта у нас ушла как раз вот молодежке британской организации. Победитель данной встречи Bet News Eagles Сангал выйдут на Movistar Riders, потому весьма тоже будет интересно следующее противостояние, там в расписании, потом надо будет посмотреть только, когда оно будет. Ну, и не забывайте, что у нас как раз следующая неделя весьма насыщенная, у нас будет полностью, ну, просто эндгейм ECL, сразу 4 или 5 дней трансляции без остановок, и там будет много линий матча, постараемся по максимуму накрыть все и показать вам, продемонстрировать именно развязку турнира. Напоминаем, там слот, первое место получит слот на 18-ю ESL конференцию и распилят между собой команды-призеры 50 тысяч долларов. И уже среди января, ну как же Ригал просто легко с Хуан Флатра
справляются с почти всей командой оппонентов. Тут, понятное дело, это у нас Юспы. Кори как-то пробует ничковаться на Форесте. Там могут сейчас прийти к нему еще и поднашатать. Если что, надо еще плюс фраг для себя. Кори у нас пробует засейвить свой арморчик. Но тут за ним уже выехал Синапси. Обязан просто проверить данную позицию. Про эту машину и граффити. И никого нет, никаких признаков наличия оппонентов. Но тут он находит все же Кори. И это 3-0. Пока что по чуть-чуть пробует у нас в атаке очень удачно стартовать Bad News Eagles. И напоминается нам счет первой карты 19-17 в пользу Сангал. На допах не все же смогли додушить своих оппонентов. Карта Инферно была полностью картой атаки. Там 12-3, потом 15-15. И закомбэчили все же Орлы весьма круто. И, в принципе, если бы не забрали бы на допах первую карту, я думаю, у нас бы все бы быстрее всего закончилось бы здесь на Мираже. Но тут уже, как бы, если хотят Орлы что-то доводить до логической концовки, то тут уже, друзья, увы, через третью карту. Только, ну и победу на Мираже. Появляется байраунд полностью у нас для Сангал Еспорс. Видим, есть одна тридцаточка, 2 АВП в защите. Физи и Кори уже обзаводятся снайперскими девайсами. Синапси пробует пробраться через Бэм Мэншн под смачок своего партнера по команде. Сразу же на граффити находится. И как же GX, как же хорош все же разыгровка выхода на точку Б. Все же минусуется Софлай, душит до последнего Кори. И это минусуется один из 2 АВП. И надо пробовать как-то ретейкать, выходить в эту позицию и к Юби. Просто нашив идет безостановочно в район Кичина, и тут же как хорошо Хуан Флатра делает даблкил по своим оппонентам, и лишь один Скранг смог забрать АВП. Но это сейф, это опять сейф, и плюс 3 девайса для Bad News Eagles на следующий раунд, и 4-0 бонусом. Да, спасибо за комплименты, чатик, буду стараться. Но я, в принципе, CSGO, хоть и слежу за ним весьма давно, еще когда было 1.6, когда еще только локальная украинская сцена была такой популярной. Ну, а, в принципе, не было стриминг-платформ с 2007 года. Но так вот комментировать начал только в середине этого года. Вот уже спасибо студии МНК за предоставленную возможность. И пробую вас радовать пока что вот на мероприятиях, таких как ЕЦЛ, на моей любимой женской лиге тоже. Да, так что вот это в следующем году вообще целых 3 женских турнира крупных будет. 2 лиги, 1 Invitation. А ЕЦЛ 44-й сезон начнется уже 17 января. Ну и пока что... А пока что 43-й сезон, и как бы то, что есть, то есть. 7 декабря 2012 года. Сангал Еспорс против Bad News Eagles, и пока что 4-0, и тут диглы в защите, есть у нас, конечно, одна пешечка у Физи, но пока что это, увы, без результата. Там, в принципе, если я не ошибаюсь, должен был быть АВП, или его все же захантили. Так, очень сильно увлекся чатиком и не посмотрел концовку прошлого раунда. Контроль центра есть. Есть вижен на коннектор, есть вижен на окно. Тут, конечно, могут попробовать Саракс, Шарта как-то подловить Хуан Флатра, но он не подставляется. Чувствуется, конечно, уверенность в игре на карте Мираж, соблюдение таймингов. Ух ты, что нащупал, все же он сейчас у нас еще одного оппонента. Не очень люблю женский пресс, но время посмотрел только один матч. Но я покомментировал целый сезон лиги, 2,5 месяца. Вот так вот. Ну, тоже интересный вид спорта, это женский CSGO. То есть, ну, имеет смысл быть. Потому так, это такой чисто человый просмотр, там, знаете, запасаться вкусняшками и смотреть. Там особо валидола нету, как там на матчах крупных. И просто сидишь, кайфуешь, ММчик смотришь. Так, Хуан Флатра минусует на скоре. GX продолжает нашивать СВП в сторону тикетбокса. Там 3 игрока защиты, все же у нас поджимается. И знаете, проблема в том, что бомба выпала, 19 секунд остается. Тут лишь бы только аннигилировать всю команду. Даже с картинкой опять у нас такое. Падает Хуан Флаттер, Сенри, Соуфлай минусует все же без шансов. И Bad News Eagles все же доводит дело до установки бомбы. Минус GX. Есть один АК-47 QB. Тут попытки ретейкать можно, но как же Риган?
Риган в большой опасности, и это, похоже, первый раунд в защите. Нету дефьюз-хитов, но времени более чем предостаточно для представителей организации Сангал. Риган с коннектора. Ну, вы не смог дожать, но попытка на отстрел оппонентов все же была. Плюс АВП для защиты, и это счет 4-1. Ну, знаете, минимум БНЕ уже взяли в любом случае. То есть им теперь надо просто улучшать свой результат. Возможно, выйдет довести даже историю там до 7 раундов, и это будет вообще очень хорошо с учетом... того, что они придут за защиту, то, что это у них лучшая карта, они, да, правильно чатик вначале, они тут и фейзов стирали с этой карты, они много хороших коллективов здесь побеждали, но мы понимаем, есть Bad News Eagles на мейджоре, есть Bad News Eagles на RML, на каких-то турнирах, так вот, перед самым-самым мейджором, когда им надо уже включаться полностью в игру, а есть БНЕ просто после мейджора, это команда, которая совсем другая команда, ее как будто подменили, и бывает даже, что как-то даже неприятно смотреть на такую вот просто относительно вялую игру от весьма неплохого коллектива, который так вместе держится весьма уже долгое время и представляет свою страну с честью, с гордостью, представляет Косово, да, и это круто. Ну что, пока что у нас на бай хватает у ребят из БНЕ финансов, Риган при этом уже никак не поможет в этом раунде, есть там еще опция, что Кори будет до конца все же прожимать окно, там синапси, ну его контролируют Кори в любом случае, пробует проверить спину, но тут просто шикарнейшая стрельба от венгра. Да все отлично, круто. Так, сейчас трансляция без света у нас сейчас идет просто. Так-то вот такая вот магия немного происходит прямо сейчас. Вот, Джикс у нас все же падает, Сенери делает два фрага, и как бы ситуация 2 в 3. Знаете, Хуан, есть Хуан Флатра, и это... Нет, Хуана Флатра уже в этом раунде. Хотел сказать, что это грозное оружие со стороны коллектива из Косово. А Сенери делает еще один минус, но тут его поджидал уже Скранг. Скранг делает уверенный фраг и выводит пока что на второй раунд в защите Сангал Esports. Слить пистолетов это сильно. Ну, вот как вот так получается, друзья. Ну, вот так вот у БНЕ не пошло, не задалось. Так, аккумулятор у меня еще живой, потому можем продолжать трансляцию. Видим, что Синапси вынужден переиграть с Desert Eagle. GX ухватила на АВП, но это минус экономика. В любом случае, надо как-то пробовать вытягивать этот раунд. Видим, появляется АК-47 Soulfly трофейный. Есть 30-очка у Кори. Кори весьма, видим, ну, уверенно себя чувствую. Знаете, если вспомнить Сангал на РМРе, то, ну... Честно, вот не побоюсь этого сказать, но это команда, которая себя с сайленсерами не уверенно чувствует. Ну, та часть игроков с сайленсерами себя не так чувствовали, как с вот с 30-кой. И, видимо, она команда, которая очень быстро адаптируется. Но, опять же, это там условный там тир 3, и которому надо еще как-то... Ну, если я правильно, конечно, тир присвоил. Сейчас тут Риган все же находит легкий фраг по Кьюби. Так, Скранг сбивает Ригана и как-то поспешил людей. Насмешил у нас Риган. Джиксу надо как-то пробовать выживать. Дважды не попадает снайпер коллектива Bad News Eagles. Остается опять у нас Синапси соло. Уже зафокусфайрили его два игрока. Вот так уже заговариваюсь немного. И получается счет 4-3. И это раунд с пистолетами для Bad News Eagles. Луз-бонус 2900. И, конечно, перевернуть, попробовать можно, но я бы не ожидал бы столь чего-то вау. Именно в этом раунде получается фармган для Скранка. Физи вскоре будут играть все так же с АВП. Два авика в защите и хотят повторить первый оружейный раунд для себя. Как раз вот представители Сангал Esports и Сангал, все же правильно. И также видим Soulfly с 30-кой, Кьюби с сайленсером, не расстается он с этим девайсом. Ну и Риган, Desert Eagle. Джикс с Тэкнайном. Три игрока в Пелосе, в Мэншине, точнее, тут... Ну ладно. Еще и бомба выпадает, весьма неудачно. Синапси минус, Ригану надо сейвить АВП, и будет тяжело. Будут загонять сейчас снайперы-дублеры, я бы так сказал, потому что Риган сейчас очень получает второй авик, играет с ним на точке Б на Мираже. Также мы видели и на Инферно появлялся девайс именно в руках у Косовара. Ну и все же его Кьюби минусует. Счет 4-4, друзья.
Если слушать тебя не на украинском. Ну, вот так вот, видишь, ну, комментируем на двух языках, и на украинской мове, так уж на русском языке работаем. Ну, просто есть турниры, которые не освещаются на украинском языке. То есть, думаю, в 23-м году их станет больше намного там. Ну, ECL, например, там плей-офф, финальной стадии, вот у нас две линии будет, там вас ждут уже Шокер, Лоран, Аюшин обязательно. Я буду быстрее всего дальше продолжать на данном канале, там, вместе с UMR, там, с Петровичем, да, и там, Фланки может присоединиться к нам, посмотрим. Пока что у нас, как бы, первая линия снова в отдыхе, в отпуске до готовится. Так, Soulfly залетает у нас прямо под оппонента в коннекторе, Сценарис уже словил на ошибке турка. На невнимательность, я бы даже так сказал бы, и тут, как бы, надо уже цепляться. Физи у нас находится с АВП, два авика все так же в арсенале у Сангал Еспортс. Физи, минус Хуан Флаттер, как уже с дабл-беретами, пробует прожать позиции, залетает в коннектор, и сразу же два минуса оформляется, все же Физи падает. Скранк, минус еще и Ригана, и ситуация 2 в 3, и как же в одну секунду заканчивается Bad News Eagles. Ребята, мне такое ощущение, что они ушли ужинать. Ну, просто нет команды уже на протяжении 5 раундов. Ставится у нас пауза в матче. И БНЕ ставит для себя тайм-аут. Да, в 5 раундов поставили паузу. Полик под себя. Ну что, заканчивается у нас пауза. У иглов есть ли шансы? Да, мне кажется, шансы есть на Мираже у них в любом случае. Но как-то я так смотрю, они дважды слили экономику уже свою. 3-4 соус бонус максимальный для... В принципе, для команды на карте. И... Вынуждены опять с одним девайсом играть раунд. Получает Риган у нас АК-47-й. Есть Tech9 для Сенери, есть 3 дигла. И мне тут стоит вопрос, ну, а как же, под кого будут сейчас нырять? Пробуют у нас представители коллектива из Косово. Попытка опять прожать точку А именно с пистолетами. Под быстрый Б даже не планируют у нас БНЕ. Есть еще один игрок, даже 2 игрока на коннектор. Ну и в закрытую пробуют все так же сыграть Сангал. Потеряли один ВП, Кори будет играть с как раз вот с М4А4. Ну и Скранка начинает загонять, все же выравнивает шансы понемногу для себя. Bad News Eagles, но очень много дэмэджа получает сейчас атака. Остается лишь соло Синапси, его минусует Физи, это 5-й фраг для шведского снайпера. Чуть-чуть немножко, секундочку кибербуллинга подзавез Физи по своим оппонентам. 6-4, Сангал вырывается вперед, и знаете, тут чатик пишет уже предикте там 4-11, да, ну 11 возьмет Сангал. Ну, как раз вот посмотрим, какую заготовочку на Мираж приготовили весьма вот такие перспективные ребята. Неплохо они себя на других турнирах пока. Но на РМР, знаете, Сангал были еще сыроваты, если честно. Ну, а тут сейчас самое время для них раскрываться. Многие команды дают такую фору, если можно сказать, ну, не совсем ответственно подходят к матчам. То есть расставляют приоритеты под разные турниры. Там при этом мы видим на том же, на других турнирах там и там Астралис появляется, туда приходят играть еще разные весьма такие именитые пачки. Там те же НСы сегодня тоже там на CCT мелькали. И я считаю, что самое время таким коллективом, как Сангал, развиваться. Именно вот это межсезонье зимнее. Скранк минусует Хуан Флаттеру. Байраунд начинается, конечно, не самым приятным образом. Да, конечно, был размен по фрагам. Есть смог в коннектор. Попыточки контроля от Скранка. Ну и Риган. Риган уже в пленте. Плент понемножку-то опододали. Все же у нас европейцы. Сангал просто... А чё там будет вообще? Там Скранк будет как-то просыпаться. Уже в джангл запускается Риган. Очень много работы выполняет игрок БНЕ. Но все же, ну, много выполнял работы.
все же отправляется на статистику 9-9, это плюс фраг для Физи. Физи чувствует своих оппонентов просто прекрасно, есть достаточно еще пакеты раскидки именно как раз вот у защиты, а атаки-то уже нечего предложить, дефаться даже смачка нету за дефаться или флешечки, падает сценарий, хоть и был минус по скранку, но эта ситуация 3 в 2, это нужно выбивать, есть АВП, тем более у Физи, GX тоже с авиком, синапси, прочитали, ну и тут надо уходить на сейф, мне кажется, надо попробовать сделать все же один выстрел. И зачем он подставился в этом моменте? Минус АВП и минус раунд для Bad News Eagles. Все же, мне кажется, надо было уносить этот авик уже через мэншн. За ним бы никто уже не погнался, бы времени не хватило. Но есть у нас при этом, видимо, по 4, ну, 55-200. Ну да, могут сейчас закупиться опять без гранат. Так, слабым пакетом гранат. Ну, просто покупают калаши, 5 калашей. Еще сохранять немного денег. И в одном раунде от победы на половине у нас Angola Esports. Bad News Eagles. Пока что, ну, честно сказать, разочаровывают. 4 раунда серию дали в начале. Там закрепилась экономика у Сангал. И, ну, как еще пистолетами перевернули экономику Bad News Eagles. И взяли для себя, просто дали серию в 7 раундов. Напоминаю, это весьма хороший результат против коллектива, который, ну, на минуту тут часто в чате, опять же, вот, как бы считаешь, чат в данной ситуации моими сокастерами, вот, знаете, как собеседниками. И часто упоминали, что, ну, БНЕ проезжались не только по фейс-складу, по многим командам на Мираже, а вот Сангал они переехать пока что вот не могут. Так, потеряли Ригана опять. В коннекторе 2 игрока атаки, бомба на миду. И тут с ямы нужно какое-то включение от Сенери. Как-то такое ощущение, что потеря коммуникации происходит прямо сейчас у Bad News Eagles. Всех синапси находят для себя один фраг. Все так же выполняет роль бомбера. И потерять бомбу в коннекторе, в принципе, рисково, но можно. Кори будет выдвигаться уже, не отпускает точку до последнего. Также GSX минусует SoFly. А скранк-то? Что у нас делает скранк? Все же падает. Кьюби нужно дорабатывать, это просто слитый плент. Слитый плент, один игрок остается, но ситуация 1 в 2, такое еще можно попробовать потащить. Успевает попасть в коннектор, слышал его GX в любом случае. И будет просто подловка из... Ну, я же думал, сейчас еще промахнется и успеет развернуться Кори, но нет, это 5-й раунд в атаке для Bad News Eagles. Продолжаем дальше. Хуан Флатра у нас уже все же занимает сразу центр карты. Есть бай, есть гранаты. Это весьма хорошо. Ну а вот пакет. Ну а что с пакетом гранат у Сангала? Сангал байется фактически в ноль. 200, 100, 150 долларов остается у игроков. Там есть по смачку, хаешка и флешечка. Ну... ретейкнуть, попробовать смог. Ну и одни щипцы у Физи. У снайпера коллектив оставляет дефюз киты. Все же делает очень много швед работы. Хоть по фрагам это особо сейчас не видно, но SoFly минусует Ригана. Ну, очень ответственный байраунд. Просто дальше сейчас можно попробовать закрепиться будет на экономику на два последних. Ну, одному либо второму коллективу в любом случае. Ну и минус Канг, минус Физи. Минус Кьюби, Хуан Флатр залил солярки. Хэт-трик пробивает просто по своим оппонентам. Ну и а синапси в это время в Б-планте замыкает своих оппонентов через маркет, через кичен. Уже к ним идут хантить немного. Два таких сразу два люркера образовываются у косоваров. Бомба стоит, план свободен, минус SoFly. И Кори как бы, ну, отстоять бы до последнего, но нет. Он просто идеально подставляется под квадро. Квадро килл от представителя БНЕ. И это счет 7-6. Ну, знаете, сейчас смотрим по деньгам и... Да, деньги будут на финальный бай, на следующий раунд, и также будут у Сангал Esports, но сейчас они вынуждены будут играть юспики. И видим, что они, ну, докупили одну флешу для SoFly, арморы, ясное дело, не будут покупаться, и дефьюз китов тоже не будет. А, будут ли пушить сейчас просто какой-то из плантов, понимаешь, там либо же плохой бай, либо же пистолеты БНЕ, неизвестно. Но мы видим уже два в Пелосе. Один игрок в яме, один под ямой, один, видимо, ждет. Ну да, на гранатке стоит у нас GXX.
Ну і просто може пробувати стакатися плент просто в 5 успов. Тут би головне девайс така особа, та не розкидає куди-то. Здравствуйте, добрий вечір. Здоровиться Риган своїми опонентами. Просто в смок впрыгнув во всіх ігроків защити. Скранк-то намутив собі якраз фарганчик. Сенері. Бомба-то встановлена. А что-то делать, спрашивается сейчас Ангал. А вот такой ситуации можно еще и раунд взять даже. Знаете, могут попробовать продушить. Так, Сенери спускается у нас за фаером, с фаербоксом. При этом первый минус оформляется. Софлайс уже отвечает с Мактена. Еще один фраг от Синапси. Минус от Софлая. И времени просто, ну, более чем с запасом. Хуан Флаттер пробует выйти на перехват. Да, и он это делает. 7-7 счет. И судьба половины решится лишь в одном раунде. Бай без АВП на финальный раунд первой половины. При этом Авик есть у GX. Сенери 48. Прекрасно, что игру показывают. Да, очень много включений именно от данного игрока. При этом Риган весьма не в лучшую статую. GX вообще не, ну, ничего не делает с АВП. Просто со стороны GXX ничего не происходит на карте, можно сказать. Так, прожигается у нас Shadow. Также Soulfly. Находит еще первый минус по Сенери. Минус по Ригану. Soul. Ну, суть еще и Джон Флаттер, Джикс, и что здесь происходит, ребята? Оу. 8-7. Первая половина уходит как раз с Ангалом, но это 7 раундов в атаке за Bad News Eagles. Потому 3 минут перерыв, и возвращаемся вот совсем скоро.
Ну что, друзья, возвращаемся прямо сейчас на карту. Мираж, вторая пистолеточка, Сангал и Спортс идут 1-0 против Bad News Eagles. Также тут, конечно, от пистолетки много как мне зависит. Тут либо же сейчас улетят в космос просто Bad News Eagles, за защиту начнут выжимать все соки своих оппонентов, то, что у них будет форс, у них будет потом полноценный нормальный бай, они могут себе просто дать там серию в 3-4 раунда и уже спокойнее отыгрывать за защиту. Ну, либо же Сангал у нас будет, ну, знаете, для Сангала-то половина какой-то матч сквозь невозможное, может быть, даже карта сквозь невозможное, так как, ну, это даже неплохая ачивка победить Bad News Eagles. Да, они в лучшей форме, да, в таком пофиг плюс пофиг, после мейджора, но все же это победа, а победители не судят. Напомню, что одна из команд вылетает с турнира, следующая проходит на третий раунд нижней сетки, будет их оппонентом как раз вот Movistar Riders, испанский коллектив, тому весьма интересно посмотреть. Так, Физи уже подкавывает своих партнеров по команде, которые просто на корточках вышли из ямы, просто тут уже как бы застакали при этом БНЕ. Ой-ой-ой-ой-ой, как же Кори прилетело сразу на минус 91% здоровья. Погнали на ретейк косовары. Стакнули точку Б, при этом да, не прочитали, довели до установки бомбы. GX. Ну, тут у нас под флешечку все же скран. Скранка делается 2 минуса. Как бы не туда воюет флешка. И тут осталось задушить двух оппонентов. Ситуация 2-3. Бомба просто на морозе дефьюзится. И ножом машет у нас за последнего представителя атаки. Но нет, это 8-8. Риган еще записывает на свой счет 2 фрага. Ну что, друзья, равенство по счету. Так что, тактика огурцов, угадайка, да, или как это там. Ну да, да. Ну, знаете, эта угадайка перевернулась у них еще и даже во взятый раунд. Теперь Сангалы, хоть и за счет соляной бомбы, могут позволить себе и скаут, и АК-47, и даже Галилы. Только лишь один скранг у нас будет оставаться с Глоком, будет выполнять роль раскидчика гранат, гренадера. А в это же время Фамас появляется у Сенери, Синапси тоже у нас имеет такой вот французский девайсик. Кстати, на Инферно, если не ошибаюсь, у нас вообще было 0 покупок Фамаса. Хуан Флаттер все же разменивает своего партнера по команде, и пока что ситуация 3-4, у нас-то атака в меньшинстве, и тут добрый этом Физи, добрый вечер по GX-у. А как так случилось? А снайпер-то в миду. Снайпер контролирует ситуацию, окно-то зачищено, но очень три игрока зажаты сейчас как-то вот под возможный выход Хуан Флаттера. Может просто Хуан высунуться и сделать хотя бы один минус. Физи продолжает нас движение. Кьюби, ну как самый красный игрок, получает для себя скаут, но все равно падает. Два очень красных игрока у атаки. Два АК-47 против двух игроков защиты. Синапси имеет полное здоровье. Есть еще по смачку. Еще есть флешка-смачок у атаки. Попытаться бы нырнуть как-то вот. 30 секунд остается. И надо уже выбирать плент. Либо же мы ныряем в коннектор, либо же мы перетягиваемся в точку Б на шорт. И расстановка такая, что не ошибкой было бы выбрать точку А. Ну да, тут просто смоком закрывается коннектор. Синапси без вижена. И на форс отправляется, похоже, под попытки взятого форса для себя. Ребята из коллектива Сангал. Сангал Esports, но из Синапси. Легкий фраг. Нет. Ренайте, как говорится, взятого раунда не будет. Взятого форса не будет. 9-8 в пользу встает как раз от коллектива Bad News Eagles. И на тоненького, опорник точки Б, на тоненького раскрутил эту ситуацию, забрал ситуацию в меньшинстве, заклатчил фактически 1-2. Да, словил, просто подловил оппонентов и все. Это пока что выходит вперед на минимальный отрыв, ну и может быть даже на короткое время Bad News Eagles, либо же начинает свой марш к победе на своем выборе. Ну что, даже размены пиками не будут, позабирают свои карты в случае победы Bad News Eagles на карте Mirage. Дальше будет Ancient. А там уже посмотрим, там уже непредсказуемо, если честно.
Да, Физи это снайпер Young Ninjas был. Даже одно время он подменял девайсы в команде. Сейчас так пол его организация пустила поиграть, поднабраться опыта. Но вообще, в принципе, его с организации отпускать нельзя. Либо же продавать надо за хорошие деньги. Так, в это время у нас Сенри, Синапси, видим Хуан Флатра. Просто тир устроили. Такое ощущение, что они вообще не отжимали ЛКМ на мышке и просто шли с зажимами. Знаете, что будто негивом зарядились у нас. Каждый по негиву взял из Бетни Сыглс и пошли просто сжать в своих оппонентов. 10-8, друзья. 19-й раунд. Пока что максимальный луз-бонус для Сенгал. 5 автоматов Калашникова. Софлай у нас без раскидки. Так же как Гори. Да, не, ну то, что Desert Eagle говорю. Бенни Сыглс, они разносили на многие команды хорошо, они вообще показали очень хороший перформанс на мейджоре. За два мейджора в этом году БНЕ, ну, пока, дайте, если бы эта команда была стабильной, кроме мейджора, то есть они в Антверпене неплохо сыграли. И я скажу так, что в Рио они хорошо сыграли. То есть, ну, я не верю в то, что команда может там пробираться в полуфинал мейджора, играя весь год плохо. То есть команда от мейджора до мейджора, знаете, там потом со стикеров залутали бабок, призовых залутали, сидят, чилят полгода до следующего РМР, но команда добротная. БНЕ, но, ну, нравится мне как коллектив, но я хотел бы больше от них увидеть стабильность. Ну вот тут, ну смотрите, ну вот, ну они еле-еле Сангал пока что в первой половине, ну блин, не могли развалить там. Инферно тоже, понимание, лучшая карта, но хочется больше мейджоровских Bad News Eagles, а не вот что попало. Честно. Ну что, у нас ситуация 1 в 2, Скранг попытается установить бомбу, но он очень стоял под сценарий, все же установка этот матч, и пойдем отдыхать. Параллельно я отработал для вас на матче между Fnatic Rising и X-Finest, там, в принципе, все было просто восхитительно, для ребят из Fnatic Rising 2-0 они закончили, ну, а сейчас уж приходится как приходится. Друзья, возвращаю. Возвращаю я вам картинку, не знаю какую, стараюсь как можно быстрее к вам вернуться. И вот я.